Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В связи с устойчивой теплой погодой паводковая обстановка в области продолжает усложняться. Работники МЧС круглосуточно ведут мониторинг. Неприятности жителям приносят как реки, так и талые воды, заполнившие низменные участки суши в населенных пунктах. Подтопление из-за подъема уровня воды в реке Припять зафиксировано в двух районах области. Уже зафиксированы подтопления паводковыми водами на территории двух районов. Это Петриковский и Мозырский. На территории данных районов подтопленными оказались 8 участков автодорог и 13. Проезд по затопленным дорогам возможен грузовым транспортом либо автомобилями повышенной проходимости. Также добраться можно по объездным дорогам. На территории Гомельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения. В Лельчинском районе 40-летний водитель, двигаясь на мотоцикле «Хорс Альфа XL» со стороны Лельчиц в направлении деревни Краснобережье, получил травмы в результате падения на проезжую часть. Из-за внезапного разрыва заднего колеса управляемого транспортного средства произошло падение на проезжую часть дороги. В результате происшествия водитель был госпитализирован в Лельчинскую районную больницу. 44-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения, 9 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 26 не имея на то прав, еще 93 водителя нарушили скоростной режим. Предприимчивый гомельчанин попался на незаконной торговле алкогольной продукцией. Ассортимент напитков достаточно широк, от марочных вин до рома и виски иностранного производства. Сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что неработающий гомельчанин 1959 года рождения хранил по месту жительства с целью сбыта спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию производства Российской Федерации в ассортименте. Всего из незаконного оборота изъято около 750 литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на сумму свыше 7 тысяч рублей. В отношении жителя поселка «Новая жизнь» составлен административный протокол. Помимо конфискации товара, гомельчанину грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.